Всем привет, друзья! С вами Игрокодор, и сегодня я покажу, где находится мама, великая мама Мегафон, мама Хэт, мама Головая. Она находится в секретном месте, прямо тут. Это городок альтруистов, ну почти. И сегодня вместе с тобой мы поедем к ней. Я покажу, что она там делает. Она делает что-то секретное. Прямо сейчас поставь свой лайк. Давай, я жду. Если ты поставишь много лайков, давай, лайкос влепи свой обязательно, то я покажу, где она находится. Она реально в секретном месте. Вы будете в шоке, потому что мне просто нужно... А? Франклин 2? Здорово! Так, мне нужно просто взять тачку. Давайте поищем. И вместе с тобой я уже поеду к этой маме. Она в секретном месте и очень загадочна. А, великая мама Мегафон. Слушайте, какую тачку бы взять, да? Я предлагаю взять вот эту тачку. Например. Давай, забирай эту тачку. Так, чел, давай, здорово, пока. Заберем тачку. Сейчас он в полицию звонить будет. Я играю на руле. На руле. И сейчас вместе с тобой мы поедем к этой маме, великой маме. Хорошо. Разворачиваемся. Вау, просто вау. Посмотри, как все красиво и как все классно. Это великая мама Мегафон. Она похожа на сиреноголового, то есть и на трубоголового. Эти три монстра, они все связаны. Но ты будешь в шоке, когда ты узнаешь, что она... Ау! Эта мама стоит в секретном месте. Действительно, и ты будешь угорать, когда узнаешь, где она стоит. Так, смотри, полицейский. Полиция. Смотри, полиция не заметила, что я врезался. За кем она едет? Полиция прям рядом. Что за прикол? Очуметь. Полиция, за кем ты гонишься? Ответь, пожалуйста. Она не замечает, я врезаюсь в тачку. Вообще ей пофиг. Смотри. О май гад. Оу. Оу. Оу, все, до свидания. Все, я валю. Я валю, говорю. Не поймайте вы меня. О нет, я с происшествиями, как всегда. Мама, великая, Мегафон. Это жесть. Почему Мегафон? Я не знаю просто. Если ты знаешь, напиши в комментарии секрет этой мамы. На руле, конечно, играть замечательно. На этой машине тем более. Так, у нас темнота. Сколько у нас времени, не знаю. Надо проверить. Извиняюсь. А в общем-то, полицейские уже за мной выехали. О-оу. Полиция, здорово! Не догоните. Я на бичманской машине еду, они все равно не догонят меня. Я же знаю. В общем... Я немножко приболел, поэтому не обращай внимания, да? В общем, Мегафон-мама находится в секретном месте. Вообще, знаете, в глуши. В глуши там, где вообще никого нет. И там, я подсказку дам, играет какая-то музяка. Я вот в шоке был, когда я узнал. Так, полицейские. Полицейские меня не поймают. И я думаю, это хорошо. Смотри. Они меня сейчас потеряют. Ау! Они даже не увидели, что я врезался в машину. Нет! Нашли меня, гадюки! Быстрей! Сваливай! А! Идиотс! Отвалите, полицейские вонючие! Я не буду останавливаться. Чё за тут странная парковка машин? Ладно, я предлагаю сделать так. Выходи с машины. Берем более ровкую. Вот эту. Отдай тачку, говорю. Твою дивизию, они стрелять начали, все машины начали уезжать. Твою ж налево-то, а? Какую тачку-то мне взять? Ау! Меня просто... Ау! Что? Меня просто пристрелили! За что? Я не понимаю просто! Так. Окей. А! Оу! Франклин, появись! Ау! Отлично. В общем... Капец, что это было вообще, да? Так, девчуля, ты куда заезжаешь? Ты хочешь мне машину отдать? Что она делает? Что она сделала? Она просто круговые движения сделала. Давай, все, выходи. Выходи, говорю. Мне нужно поехать к маме. Великая мама, давай поехали. Мегафон. Она, надеюсь, не вызовет полицию, смотри. Она полицию вызывает. Что? Сдурела, слышь?
Короче, кто, как ты думаешь, кто страшнее? Это трубоголовый, сиренеголовый или мама, великая мама? Мегафон. Я не знаю, Мегафон — это российская компания, которая дает интернет людям, да? Правильно? Или я ошибаюсь? Я просто не живу в России. Я ошибаюсь, возможно. Ты меня исправь, если что. Просто ты, возможно, знаешь, а я не знаю. Мегафон как-то связан с этой мамой. А она находится в секретном месте. А-а-а! Что это было? Ну, ребята, вы ездить не умеете. Или, возможно, я не умею. На руле, смотри, как я езжу. Ой, лянь, какая красота. В общем... Так, стоп, Эндро. В общем, мы сейчас повернем сюда. Давай, стоп. Поворачивай. И едем. Мама Мегафон. Она реально страшная. 3 километра осталось. Я не знаю, что будет сейчас. Но мне нужно встретить полицию. Я хочу происшествие. Я хочу очень страшные и странные дела в этой игре. Чтобы они за мной гнались. Сейчас попробуем найти полицейских. И чтобы они... Так. Лянь, кто там ездит? Лянь! Велосипедисты! Ой-ой-ой-ой-ой! Окей. Велосипедисты, вау! Круто! А это что за дом такой? Смотри, какой-то особняк, да? Красивый. Ладно, это нам не надо. Я предлагаю все равно поехать дальше. Так, отлично. Мама, длинные ноги. Мы, наверное, доедем все-таки в полудень, да? Ну, то есть не вечером, а днем. И, наверное, скорее всего, мама будет в шоке, когда меня увидит. Так, давай. Ух ты ж, ёшкин кот! Это из-за вас чуть не врезался. А! Блин, ездить на руле так тяжело как будто, да? Или мне так кажется? Велосипедисты, двигайте задом. Смотрите, корова! Корова! Ребята! Вы не проедете! Смотрите, тут реально мир животных? Что происходит? Тут реально коровы всякие, интересно. Интересно. В общем, мама головая. 2 километра осталось, блин. Я вот реально хочу посмотреть на нее, как она выглядит. Она в секретном месте. Она, получается, мама сиренеголового. Мама головая. Смотри, чувак ездить не умеет. По дороге поехал, что-то встал. Но мы едем эта машина из Форсажа. Мы едем на ней, и действительно крутая тачка. Быстро ездит. Ну, относительно быстро. Ау! 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 Ребята, вы лицезрели мой танец в начале ролика. Если ты видел этот танец, напиши комментарий. Я видел, либо видела. Давай! Потому что это было жестко. Я уже думал все. Я думал, игра залагает и будет конец. Но я симпровизировал, и все-таки было нормально. А! Ес! Почти доехали! А, пупеть! Посмотрите, там какое-то городишко! Городишко альтруистов! Я чувствую, что это реально альтруисты. Реально город странный какой-то. Так. Окей. Почти доехали. Ну-ка. Альтруисты? Это же старый город. Смотрите. Тут люди живут. Вау! Ребята, есть кто? Где мама головая? Пожалуйста, предоставьте мне ее. Что происходит? Музыка какая-то играет. Ёшкин кот! Мама головая? Ты что тут делаешь? Она тут рок-концерт какой-то устраивает или что? Что? Ты чё упал? Что? Где она? Куда она делась? Я не знаю, куда она делась. Она исчезла. А, вот она, смотри. Ха, ты слышь? Тут ребята живут, тебе тут не место, понятно? Чел, здорово. Ты видишь, да, эту тётку мамоголовую? Или не видишь? Только я вижу, возможно. Чё за приколы? Чел, посмотри наверх, вон. Да посмотри, говорю, наверх. Эй, чё за фигня? Чё такое? Драться хочешь? На тебе драться. Ага. Чё я сделал? Такого нельзя на самом деле делать. Я нечаянно, извини. Чел, мамоголовая жесть. Ну посмотрите, она действительно похожа
на Сиреноголового. И она тут устраивала рок-концерт. Что за бред вообще, я не понимаю. Я такого вообще как бы в жизни не встречал. Друзьяшки, надеюсь, тебе понравился этот видеоролик. Мы нашли эту мамоголовую. И это реально круто. Уу! Сквозь пролетели. Жесть! Действительно офигеть. В общем-то, тебе понравился этот видеоролик? Обязательно поставьте лайк, подпишись на канал, нажми на колокольчик. Я тестирую 8К качество ролика, поэтому сегодня, возможно, сейчас этот ролик будет 8К. Я постараюсь закинуть как 8К. Будет вообще замечательно. Все, на этом все. Всем пока-пока-пока!